για τον Ταρακάνο. Αυτό σημαδεύει με τα δυο. Самое важное, наверное, действительно мне повезло в моей карьере быть частью общества ЦСКА. Не такое большое, по-моему, 5 лет всего лишь у меня есть вот в ранге, как играет КА ЦСКА, но это действительно великое, легендарное общество, которое существует уже там 100 лет. И действительно очень приятно наблюдать такое количество спортсменов, такое количество легенд, которые прошло через ЦСКА и действительно представляло нашу страну на самых высоких стартах, представляло великолепно и, наверное, одно из там топовых вообще программ спортивных в нашей стране. И, конечно же, очень приятно осознавать, что твое имя как-то есть вот в плеяде великолепных спортсменов, не только баскетболистов, а великолепных спортсменов, атлетов, которые представляли нашу страну. Хорошая такая была акция в честь столетия. Я всегда за то, чтобы сегодняшнее поколение вспоминало людей, которые ковали славу ЦСКА. И с большим уважением к ветеранам отношусь, и вообще это моя обязанность, ответственность и гордость тем, что заниматься делами с ветеранами. Для меня большая честь, конечно же, участвовать и как награждаемым таким, чествуемым человеком. Вот я присоединился к Андрею, и еще раз говорю, для меня, конечно, большая честь.